трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности водителей, не пропускающих машины со спецсигналами. В случае его одобрения сумма штрафа за данное нарушение вырастет до 1500 рублей. Если скорая или пожарный автомобиль окажутся заблокированными надолго, нарушителю будет грозить лишение прав на срок до 1 года. Сейчас срок лишения составляет от 1 до 3 месяцев. В качестве альтернативы есть 500-рублевый штраф. Трасса 101. ОСАГО и КАСКО могут объединить. Об этом задумалось Министерство финансов. По словам заместителя руководителя ведомства Алексея Моисеева, это будет комплексное автострахование, более удобное в использовании. Также Минфин рассмотрит возможность появления автогражданки с 3-летним сроком действия. Сейчас, напомню, оформить обязательную автостраховку можно максимум на 1 год. Трасса 101. Байкерское сообщество просит изменить ПДД на благо мотоциклистов. К примеру, речь идет о том, чтобы на перекрестках имелись 2 стоп-линии отдельно для автомобилей и мотоциклов. Еще одна инициатива – разрешить байкерам двигаться между рядами. Добавлю, что скоро в Кирове официально откроется очередной мотосезон. Это произойдет 29 апреля. Трасса 101. Среди выпускников автошкол стало меньше тех, кто сдает экзамены с первого раза. В 2016 году дебютная попытка справиться с теорией удалась только у 48 кандидатов в водители. С площадкой у 56%, в городе показатель опустился до 34%. Автошколы считают, что проводить итоговое испытание, кроме города, должны только они, без привлечения ГИБДД. Соответствующее предложение направлено в Госдуму. Ближе к лету компания Mitsubishi возобновит в России продажи внедорожника Pajero 4-го поколения. Модель ушла от нас почти год назад. Автомобиль будет предложен в 3 комплектациях. Минимальная стоимость – 2 749 тысяч рублей. Двигатель 3-литровый, бензиновый, коробка 5-ступенчатый автомат. Кроме того, японцы подумывают о возвращении к нам в течение этого года кроссовера ASX. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.